Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. А что такое детство? Детство? Это прогулки с друзьями на дворе. Это долгожданные подарки от Деда Мороза. Рождение с колпачками и свистками. Это первые снимки от первых приключений. Детство – это волшебный праздник, полный приключений и ярких. Каждый из нас вспоминает этот период с улыбкой. Особенно взрослые. Это события, люди, и мы сами делаем эту улыбку искренне. Это первые поездки в детский лагерь, где ты обретаешь друзей на долгие-долгие годы. Почему так происходит? Все просто. Детство в лагере – это бесконечная череда незабываемых событий. Игры и мероприятия. Улыбки и слезы. Смех и веселье. Свечки, друзья, вожатые и, конечно же, любовь, которая наполняет наши сердца. И все это соединяется в одно слово – детство. Да, мы все взрослеем, становимся вожатыми и перестаем быть детьми внутри себя. Но как только мы приезжаем в лагерь, именно дети возвращают нас эти искренние эмоции. Это радость и это счастье, свойственное им. Именно вы возвращаете нас в детство. Спасибо вам за это!